Хорош у вас салончик, спасибо. Я еще вернусь. Поставьте плеер на Blantagrams, буду играть. Эй. Ну понятно, иди на свет, говорил он мне, да? Наверное, в то кресло нужно сесть. Так, свет светит сюда. Что здесь? Да здесь стена как бы. Ничего не работает. А, вот проход здесь. А, нет, это не проход. Что-то я не вкурю пока, ну что, разберемся, не переживайте. Понятно. А вот еще выход есть, нет? Угу. Ну, в принципе, логично, зачем мне было возвращаться назад? Так, мои системы так и не работают, да, все? Датчики, шматчики. В Хероне, короче, мне их отрубили. Сыграем на органе. Блин, какого тут система шифровки? Прямо КГБ, ФСБ и ЦРУ. Те еще нанотехнологии. Вообще хрен поймешь, если честно, как у них еще где связано. Ну как-то слишком все удобно расположен. Так. Ты меня пугаешь, женщина. Ну пошли, что здесь задерживаться-то? Здесь некомфортно. Херон будет пытаться мне мешать, правильно? Я что, уже попал куда мне надо? Вот оно, здесь и началось все это безумие. То, что вызвало блокировку. Блин, как-то уж слишком быстро, нет? Ты сюда пришел, я думал, надо будет бродить. Такое ощущение, что мой герой сам где-то там витает в облаках, а сам подключен к какой-то системе. Концовочка должна быть неожиданная, я вам отвечаю. Это Лэр Суфир. Ну, вот так заканчивается просмотр порнухи виртуальной реальности. You've been exposed anyway. Keep it together. Ну ладно, не страшно. Отсыла к отсылу, выпьем, и все пройдет. Так. Что-то там мне не нравится, что происходит. Тут он значок типа «Опасно для мозга!» Мозг вскипятится. Где? Да мне бы кто помог. Что мне предлагаете делать? Ты кто? What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. Ты что, беременная, что ли? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do it again. If you can't help me, please. My son is still out there. His father, he's gone insane, delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? Женщина, вы меня пугаете, честно слово. Мне нужно найти контрольно-управляющий пункт. Не, ну это хоррор. Как бы что-то как-то под конец, когда выбрался из этого здания, что-то наоборот стало как-то стремнее. Не знаю почему. Потому что не понимаешь, что будет впереди. Если ты когда-то бегал по зданию, примерно понимал, что ждать.
то тут что-то как-то совсем мои мозги вскипели. И тут еще он что-то как-то очень-очень много зараженных людей в капсулах. Как-то стремновато от этого. Это все люди, как бы. А если я их всех выпущу, то не будет потом зомби-апокалипсис, нет? Тихо, не... тихо. Все хорошо. Можно ножик взять? Возьми нож, блять. Тебя надо переворачивать, нет? Ну и ладно. Только не вставай, пожалуйста. Как-то у вас тут неуютно в вашем заведении. Давай немножко ускоримся. Эй! А чё двери-то закрыли? Никого нет дома. Sir, some of the patients are still symptom free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Так-то. Ну вы понимаете, да, что это звук? Значит, опять однорукий бандит вернулся. Ой, как я его не люблю. Да, опять начались кошки и мышки, блин. Ну, привет. И чё, куда мне? Может, за ним идти, нет? Ты обратно, нет, пойдешь? Честно говоря, я не знаю, что, куда я иду. Ай, черт подери, как неприятно. Сюда можно залезть? Ага, сюда можно залезть. И от него спрятаться, да? Классические кошки-мышки. Классические. Ладно, ждем. Торопиться не будем. Он где-то там бродит, но он всегда так будет бродить. Просто не понимаю, сюда идет, не сюда. Гребаный лабиринт, блин. Тихо, он далеко, но эта игра сейчас меня подставит. Я вам отвечаю на пацана. Когда я уже буду уверен, что я ушел, он меня чпокнет. Ну, я такой вот геймплей вообще не люблю, честно скажу. Очень не люблю. Кто тебя спрашивает? Играй давай. Мне кажется, или он прямо здесь? Или он прямо тут? Куда я иду? Чисто по наитию. Он вроде назад не особо собирается идти, да? Да. Ускоряться сильно не буду. Блять, он близко, пиздец. Ладно, сохранял, как бы не было. Давай, блядь, быстрее! Сука! Простите, пожалуйста, я напугался. О, было близко. О, матершинник, по губам тебе надать.
Ну, иду чисто по наитию, так. Особо карты у меня в голове нет. Что-то совсем лабиринт какой-то стал. Ой, блядские сандалики. Бля, ускоряться боюсь. Я так, знаете, так, как хромой бегун такой. Прыг. Дай сохранялку. Спасибо. Ну смотри, он сейчас догонит меня, смотри. Ну это же, блядь, подстава. Пойдя, Люстя. Все, пиздец. Спасибо. Вырубаем блокировку. Бум, шакалака. Мне сказали рано. Ну ладно, бегу. Лазарский, беги, блять! Беги, Лазарский! Беги! Я убежал. Продолжай бежать, Лазарский! Продолжай! Кукушки мои в опасности. Спасибо. Вроде как спаслись, да? Я не сразу понял, что надо бежать. Я только потом вспомнил, что нашего героя зовут. О, все. Дэниел. Быстрее, блядь, вырубайтесь, розетки понавтыкали, блядь. Давай. Вроде как опасности же уже нет, да? Че-то я в тупик пришел. Понятно. Пришел собрать карточки эти. Столько розеток вырубил ради одной фотокарточки. Какая-то концовка, если честно, неприятная. Столько проводов. Так, как сюда пролезть? Че тут? Как тут у вас? Тут что-то тесновато как-то. Ага, все, понял. Что это за червячки тут ползают? Провода ожили. По-моему, я потерялся. Я вроде не назад иду, я вроде... Только вперед, лишая сил. Так, тут уже одуванчик полевой лекарственный растет. Слушай, ну это сома конкретная, вот прям... такое, я же проходил через нее. Как ее пройти тогда? Ну честно, подзатянули уже с этими коридорами. Не нравится, я сказал. Ну зашибись. Не нравится здесь, на тебе кишок полную жопу. Ну что это за Данте Алигьери, блядь? А? Ох, честно, я устал от этого сюра. Я хоть и играю с присестами, с перерывами в неделю, но все равно очень быстро от этой игры устаешь. Все, я не смотрю назад. Лифт, приезжай скорей. Пожалуйста, забери меня, блядь, забери меня. Я так и думал, что я в больничке.
Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. I'll be there for you. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. That night you and Mom argued, after you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Jesus, there's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Don't... Oh. Whoa! Easy there. Listen, it's either this... Spend the rest of your life in a fucking jar. No. Think of your kid. Who's gonna take care of him? What is it, Dan? Whatever you think. 30 cc's of cortisone, stat. I need any non-medical staff out. Hang in there, buddy. They're gonna fix you up real good. A fucking hypocrite, and you don't even see it. I thought I was right. I didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had to take care of you. I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Give up? That's what you made her do. Every time I look at you, I see this monster that killed my mom. We made it. I finally understand. I
Да уж, но для тех, кто не понял, я как бы объясню, да, то есть, когда жена Дэна умирала какой-то неизлечимой болезнью, ее могли спасти аугментацией, но они решили, что этого делать не будут, она бороться будет сама. Соответственно, жена умерла, а когда он был близок к жизни, единственное, что ему оставалось, тоже поставить аугментацию, он поставил, и сын его в этом обвиняет, что ты, типа, принял такое решение, а маме не дал. И с этим приходится Дэну жить постоянно, со своим решением и с его последствиями. Это очень такая личная и очень сильная драма. Не дай бог оказаться на его месте. That the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. Один раз он мне уже солгал, что мешает ему солгать второй раз. There must be another way. There isn't. It's up to you. Save us both. I need me to die and go on with this fever dream of existence. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain the connection. Я думаю, несмотря ни на что, каждый родитель поступил бы так же. Iteration after iteration laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you. But the drugs and the paranoia took over. After that, he went full on feral.
The mind is not a toy. Ironic, coming from an observer. Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself, and it terrified him. So what the hell makes you better? He was driven by hatred, obsessed with the idea of not becoming you. He never came to understand. But I did. Just help me out, man. You're losing me. We're all freaks of nurture, Dad. Your choices, your mistakes, they were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kyle. They would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you will. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do, but it was necessary evil. I'm tired. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice, will you let your son die? Or will you save me? Так, ну сейчас мы подходим к главному выбору в игре. Как вы понимаете, это своего рода версия Терминатора, да? Скайнет. То есть детище Адама убило же самого Адама и считает себя более его совершенной копией. Наверное, если ставить меня на роль Дэна, я бы, скорее всего, конечно, попытался сохранить все то, что осталось от моего сына. Но это напрашивается, и, возможно, это плохая концовка. С другой стороны, Адам уже мертв, а это его разум. И, найдя свои последние силы, учитывая, что Дэн был против аугментации, когда погибала его жена, и он против всех этих заигрываний с разумом, Дэн понимает, что его сын уже мертв, и делает обратный выбор. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are, but you will pay for what you did. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you failed to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever in a day. Go to hell. After you. It must end this way. Покончить с собой? You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. А, понятно. Вот она и плохая концовочка, да? Он теперь в моем разуме, а я в компьютере остался. Можно считать это хорошей концовкой? Я думаю, нет. Я думаю, нет.
Bad drone. Bad drone. Someone did a number on you. Did you to warn Delph? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Caution. Low synchronization. Don't administer worry. Synchrazine. Old James is gonna fix you up. Как я и говорил, этот дрон еще сыграет свою роль в этой игре, да? Это тот дрон, который нас сопровождал по мере прохождения. Так. Так, теперь я в теле Януса, простите. Слушай, ну я говорил, что он еще сыграет свою роль, и он сыграл ее. Теперь я Янус. Теперь мне нужно найти тело Лазарски с разумом Дэна. Ну, пошли. Они намекают на вторую серию, вторую часть. Но я сознательно сделал этот выбор, и я не жалею о нем. The lockdown has now been lifted. Я бы назвал все-таки это хорошей концовкой. Блин, это такая крутая концовка. Я бы с удовольствием, честно, переиграл бы и посмотрел, что будет, если воссоединиться разумом. Я не знаю, считается ли это хорошей или плохой концовкой, но мы ее с вами такую получили. Альтернативную концовку я или попробую врезать, или просто посмотрите на YouTube. Я думаю, в легком доступе ее можно найти. Ну что ж, давайте подведем проект по итог прохождения проекта под названием Observer. Очень понравилось, честно. Единственный минус для меня и то, что маленько подпарчивает ощущение от игры, это то, что от всего вот этого сюрреализма и обилия визуальных эффектов на экране происходящих очень быстро от игры устаешь. То есть я записываю 2-3 серии за раз, и башка просто пухнет, и реально в этой игре не отдыхаешь, а именно устаешь. Но именно в моральном плане, не в том смысле, что неинтересно играть, или что-то плохо с точки зрения подачи сюжета. Просто слишком много информации и визуально очень тяжелый стиль для переваривания мозгом. Ну а так очень понравилось. Ребята, можно сказать, не можно сказать, что превзошли, да, себя после Liars of Fear. Это немножко другой проект, но их стиль угадывается, и за это им уже спасибо, это делает им честь. Всегда хорошего художника и творческого человека отличает собственный почерк. Этот почерк у них есть, он прослеживается. И что называется, ждем их следующую игру Medium, которую мы с вами, плакат которой увидели в одной из комнат. Обязательно ее пройдем. Сюжетно, я думаю, вопросов ни у кого нет. Мы с вами обсуждали это по мере прохождения. Все довольно-таки продумано, и они сумели создать свою вселенную, они сумели все художественно правильно преподнести и прописать. Это очень личная, трагическая история с развитием персонажей, то есть в этом плане нареканий нет. Очень понравилась концовка, есть неожиданные моменты, есть то, что как-то читалось, проглядывалось, но в любом случае это не такой проект, который ты уже через пару-тройку серий уже знаешь, чем все закончится. То есть в этом плане они смогли меня, старого прожженного вояку, немножко, да, удивить. Видимо, я не могу перезагрузиться и
перепройти тот момент. Ну, как я уже сказал, все, мы с этим закончили. Мы закончили с игрой, мы сделали свой выбор, и на нем мы остановимся. Спасибо, что были эти часы вместе со мной. Спасибо всем тем, кто прожил это приключение рядом. Надеюсь, вам понравилось. Оставьте комментарий, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующих прохождениях. С вами был Anybody Play. Все, пока.